Молодая женщина на приеме у гинеколога. Доктор, у меня нет детей. А муж у вас есть? Муж есть. Сидоров Иван мой муж. Странно, очень странно. Передайте ему, пусть завтра ко мне зайдет. Ну, на следующий день Сидоров приходит к этому доктору. Доктор ему: Сидоров, вот как тебе не стыдно, а? Уже 3 года подряд все женщины из 9-го микрорайона ходят ко мне на аборты от тебя. А в семье у тебя что? Почему ребенка не сделаешь? А я в неволе не размножаюсь.